Всем привет, ребят! С вами мистер Баночка. Сегодня 9 марта. Это значит, что я приехал, это значит, что контейнеры уже выдали. И сегодня будем их открывать, посмотрим, может что-то выпадет хорошее, может нет. Сейчас будет видно. Открою сначала на основочке. Так, сейчас проверю. Так, все хорошо. Открою сначала на основочке, потом на мульте. Думаю, два видосика, долго затягивать не хочется. Так, быстренько откроем. Давайте по одному. Опачки, 125 аптек. Ну, неплохо, в принципе, пойдет. Мне говорили открывать по 15. Ну, я что-то не захотел. Так, хоть можно что-то посмотреть, что-то, чтобы... Опачки, синяя, 25 кусков. Неплохо, уже неплохо. Неплохо. Ну и сравним заодно, где больше чего упало. На мульте, на основе. Ну, это второй видосик будет, наверное. Или два в одном скреплю. Не знаю, сейчас посмотрим. Так, нетрушечка, ну ясно мне, как всегда. О, боже ты мой, одна нарка. Я победитель просто. О, 125 аптек, одна нара. Ну дай еще нормально. Ёб твою, нитра. О, 3 дня према. Ну хоть что-то упало. Премка мне всегда нравится. Белая. Броня, держите в курсе. Мины, супер. Люблю мины. Нитра, 2 контейнера осталось. Ну давай, давай, что-то нормальное. 5 голдов. О, неплохо, голды подписчикам. Это я люблю. Плюс 5 голдов. Побольше разыграем. Нитрушечка последняя. Ну, что я могу сказать? Ничего такого не упало, чего я хотел бы. Упала одна нарочка. Премочка, да, премочка упала на 3 дня. Ну, премочка неплохо, и 5 голдиков, да. 5 голдов. Припасики. 152 голда. Ну что, быстрый короткий видосик. Посмотрим, либо сейчас еще скреплю, либо это будет отдельным видосиком. Шмякайте лайкусик, если понравился видосик, чтобы я выкладывал их как можно чаще, поинтересней что-нибудь, может катать даже начну что-нибудь, типа там ЛПшки, что-то в этом роде. Завтра X2 фондики, если вы смотрите видосик 9 марта, так что фармите. Потом качайтесь в воскресенье. Всем спасибо. А, еще забыл, в ВК в честь 1000 подписчиков в нашей группе конкурсик. Делайте репостик, неплохие призы есть. Типа вроде золотых ящиков или может кто-то хочет выиграть синий шарик. Так что делайте репостик. Пока еще есть время, остался 1 день. Все, всем спасибо, кто смотрел. Всем пока.